Итак, ребят, значит, я обещал сделать обзор данного помазочка. Это помазочек из серии Regency от Ruffet & Hill, барсук, супер барсук. Вот, и нарушим традиции, я что хочу сказать, я побреюсь сегодня Т-шечкой, тоже от Ruffet. То есть сегодня будет чисто английское бритье, я надеюсь, оно будет действительно чистым. Вот. А чтобы вам было интересно, сейчас я покажу все крупным планом то, чем, ну, скажем так, те инструменты и те расходные материалы, чем я буду пользоваться. Значит, итак, это у нас помазочек. Затем у нас идет станочек от Ruffet & Hill. Вот. Затем у нас пойдет пришив от Ruffet & Hill. Разумеется, куда без него, без шейв-мага. Ну, так и сделаем сейчас. Оп. Вот. Разумеется, будет автошейв. Вот. Также от Ruffet. Ну и, естественно, после этого побрызгаемся одеколончиком. Вот. Я его как-то сравнивал с тройным одеколоном, и я думаю, не ошибся, потому что действительно он пахнет где-то на 80% так же. Вот такие будут у нас сегодня расходные материалы и инструменты. И что хочу сказать, чтобы сразу было понятно и наглядно, по поводу жесткости этого помазочка. Вы знаете, достаточно жесткий. При всей, при том, что у него, скажем так, размер больше, нежели у Тревелера, вот, маленького помазочка от Ruffet, но вы посмотрите, какое у него сопротивление. То есть, вот, видите, то есть он абсолютно ему не уступает по упругости. Вот. Вот такие помазочки. Ну и, собственно говоря, вот это то, чем я буду пользоваться сегодня в процессе бритья. Кладу его сюда. Вот, ну и теперь встретимся уже, как говорится, в ванной. Ну, итак, ребят, приветствую вас. Наконец-то я добрался до помазочка, которым я, ну, я его анонсировал, показал, все. Вот он, я его уже замочил. Вот, замочил я его в маге. Я хочу сказать, ребята, что сразу есть один нюанс. Вот смотрите, когда кладешь сюда помазочек, и, ну, естественно, его надо, чтобы в это отверстие оно вошло, хорошо немножечко провернуть. Вот. Я знаю, там один парень из Пскова, по-моему, он уже маг купил и хочет купить помазочек. Вот, вот что я хочу сказать, что есть смысл брать Веллингтон или нет, не знаю. Почему? Потому что тот еще шире. И он, насколько его удобно будет укладывать вот в это отверстие, не знаю. Потому что, честно говоря, у меня был момент, когда он проскочил туда полностью, потом я повозился, прежде чем его оттуда вытащил. Вот. Но, а тот, скорее всего, просто, может быть, упрется вот так. Может быть, даже тот вариант будет лучше. Ну, однозначно, там кисть побольше, там 24. Здесь я уже померил тоже штангелем. И он составляет 22 мм, как я и предполагал тогда, когда делал обзор. То есть он буквально 1 мм в узле пошире, чем тревелер, вот маленький. Так, я включаю таймер. Ну, я не думаю, что у меня займет это много времени, поскольку здесь меньше манипуляций, скажем так, но в любом случае я воспользуюсь пришивом. Вот. И, собственно говоря, буду работать по той же схеме, которой я пользуюсь при бритье клинковой бритвы. Значит, что хочу сказать. Почему решил побриться Т-шечкой? Потому что
Ну, во-первых, я уже забыл, когда я и брился, на самом деле. Вот. И поскольку там я уже сделал такое краткое вступление, вот, что будет участвовать на самом деле, Ливия мне говорит, что уже устал толсто намекать, скажем так. Ну, не стоит ли побриться разочек и сделать обзор тешечки какой-нибудь там. Вот. Я, ребят, не знаю насчет обзора тешки, я и побреюсь. Я, в принципе, уже показывал ее. Вот это от Трюфита. Здесь у меня что? Бритвы. То есть обычно лезвие я ставлю сюда Меркур. Но в последнее время у меня стало почему-то вот появляться раздражение. С чем это связано? Ну, думаю, может быть, кожа уже адаптировалась к клинковым бритвам, и здесь вот некоторый переход, который, в общем-то, ну, как бы, кожа не знает, как реагировать, может быть. Не хочу много об этом говорить, чтобы это не превращалось в какой-то девчачий, знаете, вот там у меня вот чуточку там что-то выскочило, там что-то вылезло, это все фигня по сравнению с мировой революцией. Вот, но, тем не менее, я сюда поставил недорогое лезвие жилет платинум. Там еще куча написано, какая она там платиновая, но, однако, она в разы дешевле Меркурь. Но, что самое интересное, бреет она гораздо мягче. Вот, и я сейчас вот ей воспользуюсь. Я уже один раз как-то попробовал, побрился, значит, этим жилетиком. И он, то есть, это лезвие там находится, то есть, это вот у меня будет второе бритье этой лезвие от жилет. Как ни странно, то есть удивительно, но очень достаточно комфортно мне было бриться. Вот первый раз, когда я брился, использовать это лезвие. Итак, значит, ну, суть не об этом, а, собственно говоря, речь идет о помазочке. Я сказал по поводу упругости. Вот в нем очень много воды, на самом деле он набирает очень много водички в себя. Вот, и упругий, то есть я когда, знаете, ребят, решил его помыть, ну, все-таки, как бы там ни было, вот, продезинфицировать, так сказать. Вот, естественно, я не в горячей воде, его аккуратненько, хорошенечко промыл водичкой, мылом несколько раз, естественно, не порошком. Вот, запах у него, знаете, и до, в принципе, фактически не было запаха. Но когда я его помыл, он стал мокренький, он стал пахнуть просто, ну, мокрым шерстяным свитером. Знаете, вот свитер из натуральной шерсти. Вот приблизительно такой же запах. Вот. Да, и я, когда его начал на руке, ну, думаю, вот, обычно, ну, как помыть его? Значит, начал в руке теребить и так, и всяк. И мне показалось, вот видите, водички в нем сколько. Мне показалось, что он несколько мягкий. Я даже подумал, эх, думаю, неужели надо было все-таки Веллингтон брать, у него все-таки пошире узел, и думал, он бы поупруже. Но потом, как-то я уже, когда побрился, я уже им пользовался, я поймался на мысли, что, в принципе, он работает прекрасно, и упругость у него замечательная. И я вот там в вступлении вам показал, то есть он абсолютно не уступает по упругости маленькому Траблеру. Вот. Ну, начнем. Я нанес пришив и сразу нанесу мылом. Сейчас я как раз немножечко этот помазочек, так скажем, приведу в чувство. Вот. И после этого накрою лицо, скажем так, немножечко распарю. То есть это будет у нас такой пришив. Вот. Сначала масло, на масло мыло. Вот, салфеточка горяченькая, а потом уже нанесу опять пену. Вот смотрите, как он работает. Взбивает пену замечательно. И что самое удивительное, что вот в частности с этим мылом, не тот взял, вот в частности с этим мылом, здесь вот как раз не, ему не стоит вообще набирать там, калашматить этот помазочек. В мылечке вот в маге. А буквально на краешке, на кончике немножечко набираешь мыло. Вот, и потом на лице взбиваешь. Оно прекрасно взбивается. Да, сейчас я не взбил там до такой степени, что он прям как сметана становится. Но достаточно прилично даже сейчас довольно спокойненько брится. Но поскольку мы должны теперь избавиться от пришивы,
То есть идея у нас какая? Пришив должен уйти под кожу какая-то часть, сделать кожу эластичной. Вот. А остатки мы убираем, чтобы они не мешали бритью. Собственно говоря, вот это мы делаем таким образом. То есть можно было сразу после пришива нанести салфетку горячую, снять оставшиеся пришив, нанести мыло опять, влажную салфеточку горячую. Вот. Но я это, этот процесс укоротил и сделал сразу. Вот так вот. Вот. На ощупь. Ну, кстати говоря, лицо абсолютно не жирное. Ну и смыло тут же. Вот. Я хочу сказать, что здесь даже вот, при бритье тышечкой это более важный момент — снять оставшийся пришив, потому что если клинковая бритва, она, в общем-то, вряд ли будет тормозить, она очень быстро разделается с оставшимся пришивом, то отышечка, она, естественно, гардой будет цепляться и будет несколько притормаживать. Вот это мы учитываем, поэтому я сейчас еще разочек положу салфеточку горячую. Вот раз. И затем наносим уже мыло. Касаемо помазочка. Когда я его стал промывать, так скажем, готовить его к работе, вот, я хочу сказать, что вот если взять маленький помазок, который был с него, по сегодняшний день ни разу не выпал ни один волосочек. Хотите верить, хотите нет, но вот так. Есть, знаете, вот было там пару раз, но это были не волосы, а просто какой-то, ну, ворс. Вот. Это даже не шерстинка такая, скажем. Здесь я хочу сказать, ситуация следующая. Выпало где-то 4-5 волосков сразу, когда я начал его теребить в руке, вот, вертел его, все там промывал. Но я обратил внимание, что этот волос, он коротенький. То есть он где-то просто находился между этих основных клейных шерстинок, и он просто-напросто вывалился оттуда. То есть это не из узла прямо. То есть, видимо, остатки какие-то были. Вот. И все. И, собственно говоря, я его хорошенечко потеребил, посмотрел, промыл. Он просох, и вот сейчас я его, сколько раз я бы его в руке не вертел, с него ничего не сыпется. Это, ну, скажем так, приятная новость. То есть он не облазит. Вот. Но было, да, было, вот я говорю, где-то 4-5 волосочков таких я выкрошил оттуда. Но еще раз повторюсь, что они коротенькие такие. Вот. Поэтому если кто-то купит, сразу не пугайтесь, если вдруг такая история же точно такая же произойдет. Потому что я сначала так думаю, надо же, смотри-ка, пошел сыпаться, а маленький не сыпался вообще. Вот. А потом, когда уже разглядел, понял, в чем дело. Вот, то я даже не стал беспокоиться по этому поводу. Ну и, собственно говоря, даже если подумаешь, вылезло там несколько волосиков, вот это ерунда. Ну, удобно, видите, держать хват просто блестящий, замечательно. Ну, естественно, сам по себе красавец. Вот, и он очень комфортный, он и упругенький, видите, он весь не разъезжается по всему лицу, он сопротивляется. Вот. Взбивает прекрасно мыло, прекрасно с ним работает. Я не знаю, понятное дело, что кто-то добивается таких там, ну, как мы все говорим, это борода Деда Мороза. Вот. Ну, я никогда не преследовал эту цель. Я мылом пользуюсь для того, чтобы было скольжение. Чтобы было комфортно бриться, собственно говоря, и все. Ну, вот. Немножечко попахивает сейчас, опять же, шерсткой. Вот, но это не критично, абсолютно. Вот, он новенький, несколько раз попользуюсь, и запах вообще исчезнет. В общем, я хочу сказать, что история абсолютно такая же, как и та, которая у меня проходила с помазочком маленьким, тревелером. Вот, я, ребят, не делал обзор, у меня еще есть вот
такая вот, ну, его называют стендом, да, подставочка, скажем, это тоже от Трюфита. Ну, подставка. Обзор какой тут сделаешь? Удобно. Но это опять же для Т-шечки. Т-шкой я пользуюсь крайне редко. Но чтобы она мне не валялась, вот она у меня здесь находится. Больше меня устраивает вот сушилочка для самого помазочка, потому что у меня ребята тоже бреются, и у нас была одна сушилочка, и получалось так, что не успел еще один помазочек высохнуть, кому-то надо бриться, и, естественно, смотришь, твой уже помазочек стоит вверх ногами, и факт достаточно влажный, вот, и сушится другой. Я поэтому подумал, ну нет, ребят, вы давайте сами, а я сам. И я вот взял себе еще эту подставочку. Хорошая, красивая, удобная подставочка, она очень отличается от обычных подставок, которые, ну вот скажем, даже вот эта итальянская, да, она, кстати говоря, очень такая функциональная, замечательно сушит, все, ее раз, вот, поставил, допустим, сюда помазочек, все, но сталь не та, понятное дело, а, значит, если взять и трюфетовскую подставку, она, конечно, тяжеленная, сталь там такая, и хром, ну, в общем, она даже что-то такое слегка в желтый стоит. Значит, смотрим на мыло. Мыло немножечко у нас подсело, поэтому мы сейчас чуть-чуть добавим водички. И сейчас еще разочек в процессе, пока я с вами общаюсь, я себе нанесу мыло еще разочек. Вот. Вот так, я чуть-чуть его помыло поводил, видите, у меня вот только на краешке волосиков набрали мыло и начинаем его взбивать на лице. Сильно давить не надо, я по чуть-чуть, и оно потихоньку начинает между шерстинками взбиваться само мыло, то есть не без агрессии, скажем так, без фанатизма. Ну все, вот оно пошло. Вы видите, как работает помазочек, он не разъезжается, он держится. Вот. Нет вот этой вот внутри шишечки, о которой зачастую говорит Александр из Одессы. Вот. Здесь нет этого упора, то есть она достаточно вся прощупывается до основания. То есть вот здесь нет вот там твердой какой-то шишки, о которой он говорит. Но я хочу сказать, что за такие деньги, в принципе, грех еще, чтобы там чего-то торчало, давило и так далее. То есть, ну, скажем вот так. Вот такой помазочек, вот такое мыло, вот видите, какой крем. Я не взбиваю в чаши. Вот, я предпочитаю это делать на лице, и здесь он прекрасно все наносит это ножа. Я чуточку помазал, помыл, и вот смотрите, как работает мыло. И сам помазочек. Он в тряпку не превращается, достаточно упругий. Я хочу сказать, что я его весьма-весьма доволен. Хотя, скажу еще разочек, что когда я его на руке начал промывать, вот и теребить, так, то мне показалось, что он чуточку мягче маленького. Но я решил, что даже если взять элементарно подумать, ну да, волокно тоже, но оно длиннее, естественно, будет больше, с большей амплитудой гнуться. Но, тем не менее, смотрю. Нет, мне показалось, волосок выскочил какой-то. Нет, ничего не выскочило. Но тем не менее, он упругий. Я там вначале вам показывал, что он абсолютно сопротивляется маленькому помазочку и не уступает ему по упругости. Так, это есть. Ну, теперь берем Т-шечку. Вот я хочу сказать, ребят, самое парадоксальное, что, ну, это мое личное мнение, я буду сразу бриться против шерстки. Почему? Потому что я вчера брился кабранчиком, вот, и у меня щетина не сильно выросла, мне надо где-то сутки, двое, и тогда уже там есть за что зацепиться, здесь, ну, совсем чуть-чуть. Вот. Но что хочу сказать, что наблюдая бритье вот всех ребят, кто бреется тершечками, вот удивительно, да, но на мой взгляд, ну, скажем так, ребята, кто бреется клинками, а потом берут в руки Т-шечку, не в обиду Т-шечникам, бреется симпатичней. Вот в частности, Александр из моей цирюли, он все время их гнобит, эти Т-шки, они ему не нравятся, все, но он очень-очень изящно бреется, у него это получается. Почему? Я тоже думал, почему. Дело в том, что Т-шечники, вот кто бреется только Т-шечками в основном, они не заморачиваются, и они, вот, собственно говоря, как я сейчас, раз, 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 и поехал.
А мы по привычке что делаем? Мы начинаем оттягивать кожу. Вот. Естественно, вот эти все движения, они становятся менее быстрыми, несколько плавными, изящными. Но это я говорю об эстетике. Вот. Еще раз говорю, что да, касаемо выбриться, я уверен, что ребята выбриваются, те, кто постоянно бреется тышками, естественно, конечно, бреются чище, чем мы. Нам надо пройти в некоторых местах, может быть, больше. Вот. Ну, естественно, то, что надо, должен всегда присутствовать, и для этого надо этим заниматься постоянно. Вот. Ну, а вот Александр, он, тем не менее, он все время здесь, я даже здесь вот хочу оттянуть, потому что здесь надо, чтобы она хорошо сняла. Вот. И вот эти все движения от ребят, ну, вот, наблюдая вот, в частности за Александром, я и сам себя ловил на этой мысли, что мы когда бреемся, берем тышку в руки, то мы, а движения остаются все те же. Вот. Причем, если вы обратите внимание, еще ко всему прочему, мы ведем бритву немножечко, ну как бы косой, ну, срез идет вот такой. Это все идет оттуда, от клинковых бритв. То есть мы ведем как не значит, наискосочек. А ребята в основном, кто тышечками бреется постоянно, они на этот счет не парятся. Ну, раз. Вот, и что называется, в дамках. Вот, это, ребята, это мои наблюдения. А там уж как хотите. Вот. Вот вам помазочек, вот его работа, вот и намыло. Ну, собственно говоря, больше мне к этому добавить особо нечего. Прекрасный помазок, прекрасный у него хват, очень удобная вещица. Да, я что хочу сказать, ребята, опять же, ну, там Павел скоро точно от меня отпишется. Вот. Значит, в Москве я обнаружил барбершоп в Балчуге. Я заходил туда. Есть такая гостиница Балчуг-Кемпинский. Вот. Пообщался с девочками. У них замечательный барбершоп. И это первый барбершоп, который открылся в России, в Москве, от Трюфилд энд Хилл. Я посмотрел, конечно, на их цены. Цены на продукцию аховые. Вот. И, естественно, я опять с той же самой мысли уходил, с которой уходил из ЦУМа. Дай-ка я на сессор посмотрю. Ребята, все, что можно купить от Трюфита, я бы покупал сугубо на их сайте напрямую. Потому что то, что здесь у нас народ устраивает, это, конечно, ну, скажем так, для людей, которые, ну, уже деньги все-таки не считают. Потому что отдать за помазок 20 тысяч. Вот. Эта подставка стоит 21 тысяча. Вот эта вот подставочка у них, вот эта трюфита, стоит 21 тысячу. 20 тысяч, там 700 или 800, я посмотрел. Вот. Вот теперь прибавьте еще 20 тысяч помазок. Вот. И там еще что-нибудь. Ну и, собственно говоря, вопрос исчерпан. Так. Касаемо жилетика, я имею в виду лезвие, которое у меня здесь установлено. Вот удивительно, чем полезны обзоры, ребят. Знаете, вот это тоже как водитель. Один может всю жизнь водить,
приводить паршиво. А другой поводил годик другой. И водит в 1000 раз лучше. Так же и здесь. Я тэшками брился очень много лет. Ну, положил бритву, ну и брился. А вот как-то, видите, и представить себе не мог, что... Ну, это потом я, конечно, обнаружил, уже когда с ребятами стал общаться, смотреть эти обзоры, эти тэшки. Оказывается, что каждый станок, ну... Вот. Ему еще надо подобрать лезвие, потому что он может с одной лезвие брить так, а с другой лезвие он может брить эдак. Вот. И что меня, собственно говоря, тоже несколько обескуражило и удивило. Потому что действительно, смотришь на раз, ну вот дерет и все, но что-то не то. Тем более сейчас куча подделок, сейчас еще и лезвие-то надо. Я поэтому и беру все время Меркурь, потому что там хоть, понятное дело, он... Ну, немцы делают его хорошо, качественно, не настоящий, но они агрессивные, они вообще, я бы сказал. И тут я беру вот питерский этот жилет, мне же вставляю вот в трюфель. И начинаю дико удивляться. Вот, ребят, помазочек. Видите, он не теряет своей формы. Прекрасно работает. Да, я, кстати говоря, когда зашел в этот барбершоп, там такие две красавицы девочки, одна молоденькая армяночка такая, вот, другая русская девочка Татьяна. Очень такие позитивные люди, со мной пообщались. Я ей много еще рассказал, потому что все-таки я вам, знаете, что скажу, ребят? Все-таки в барбершопах должны работать мужики. Вот как ни крути, не женская эта тема. Вот. Да, там стричь одно дело. Но даже вот на ресепшене, если находиться, я считаю, что там тоже должны быть мужчины. Потому что девочки, конечно, весьма-весьма плавают. Вот во всех этих примочках, во всех этих тонкостях. Ихнее дело, на мой взгляд, это все-таки, скажем так, это как мне сейчас устроиться в магазин женского белья и рассказывать о том, насколько оно удобно или неудобно и так далее. Вот та же самая история. Вот я вам хочу сказать, потому что девочки плавают, очень плавают. И дело в том, что да, там можно говорить об одеколонах, но опять же, сколько бы о них ни говорил кто-либо, это все равно дело вкуса. Ты можешь его хвалить. Человек подошел, понюхал, но не его и все. Особенно такие нюхачи, как я, и мне подобные там вообще. Вот. Но тем не менее, они там работают, и я хочу сказать, что достаточно позитивно. Вот у меня, смотрите, пошли такие раздражульки. Вот. Все-таки вот такой проблемы у меня уже давным-давно нет. Если бы я побрился клиночком. Вот. Так, что получается у меня? Ну, выбрил-то я себе достаточно гладко. Но хочу сказать, что достаточно, недостаточно, но не настолько достаточно. Есть за что зацепиться. Вот. Даже слышно. Хотя, как слышно? У клиночка тоже слышно, но там потрогаешь и гладко. Вот. Клинковая бритва почему выбривает чище и лучше? Потому что все-таки нажим, там идет несколько другой. Угол другой, и здесь гарда, она, конечно, останавливает лезвие до конца, там не залезешь настолько, насколько хотелось бы или надо. Вот. Так что, вот так, сейчас посмотрю на время, и
придется, чувствуется, мне продолжить уже. Может, там может вырубиться камера. Так, сейчас посмотрим. Вот уж не думал, что у меня вот это бритье может так затянуться. Итак, значит, еще разочек. По поводу помазочка. Помазочек, на мой взгляд, блестяще отработал. А касаемо тешечки, ну вот видите, тешечки, вот они, раздражения пошли. Поэтому, понятное дело, я там прижгу, все это дело, все это пройдет. Но скажу уже, все-таки все дальше, дальше я ухожу от этой темы. Ну, в частности, тешечки. Вот, просто сделал обзорчик в школе. Все у меня было в этом ключе. Думаю, сделаю, тем более и Ливию просил. Результат, скажем так, не важнецкий. Мне даже пришив не помог. Вот. Сейчас нанесем пришив 805. Тоже от трюфета не буду пользоваться камешком, потому что сейчас будет так печь вообще. Вот. Самая малость. Это, конечно, не трагедия, это все ерунда. У меня это, скажу честно, и раньше так было. Обязательно побреешься, какое-нибудь раздражение пойдет. Вот. Это все, ребята, ерунда. Это не трагедия. Не будем из себя превращать девочек в девочек. Это все мелочи жизни. Так. Ну, собственно говоря, все. Добавить больше нечего. Вот я его встряхнул. Вот он, вот такой красавец. Я им очень доволен. Мне нравится этот помазочек. А уже маленьким буду, наверное, только пользоваться в тех случаях, ну, когда порой народ захочется, а может быть и в том случае, если, скажем, я поеду куда-нибудь. Естественно, это тащить с собой не буду, тот в тубус, он не помнется, ничего не будет. Так, ставим на место. Если, ребята, будут вопросики какие-то, задавайте. Сейчас мы побрызгаемся индийским лаймом. Вот. На этом, пожалуй, все. Пишите комментарии. Вот, можете меня поправить. Я буду только рад, потому что, может быть, что-то делал не так. Я уже забыл, когда держал по-человечески тешечку в руке. Ну и вот сама тешечка, собственно говоря. Вот. И ее последствия, видите? Вот. Ладно, ничего страшного. Вот такие вот, пожалуй, у нас дела. Такое получилось у меня бритье на сегодняшний день. Я благодарю вас за внимание. Вот, пишите, задавайте вопросики, я с удовольствием постараюсь на них ответить. Все, всем привет, пока, ребята.